тебя на Клаву переключилось. Это не страшно. О. Так. Все стало обратно. Так. О. Так, итого бандерлоги открыли. То есть я вот так и не понял, а вот сюда мы не попадем сейчас. А вот смотри, а вот здесь еще одна дырочка-то есть. Да, но как ты помнишь, мы вот там шли, и там было все вот в этих шипах. И я не помню вообще, был ли там проход. Я тоже. Так, снова птыц этот. И чё? Всё, что ли? Что там, что там, что там? Мы спустили воду, наконец. Смыли унитаз, да. Прекрасно. Так, здесь у нас как бы типа тупичок, да? Угу. Ты больше ничего не скажешь полезного? А вот в эту вот вообще штуку нельзя ползти, вот тут наверху, проползти. Там заделано, да? Ну, просто как на вид, как будто там можно пройти. Ну, возможно, когда-нибудь. Просочиться, типа. Так, вот это явно будет падать на голову, я помню, такие подобные штуки какие-то были. А-а-а, тут бешеный лемур. Бешеный лемур. А сразу же это будет падать на голову. Где эта зараза? Вон она. Вынь ее из кустов. А-а-а. Так, и пробегай быстро. Будет падать, да. Ты ничего себе, площадь поражения дамаги раньше меньше была. Окей. Хардкор. Вот наверху это вообще, как ее взять вообще, трэш? Тут шипы, кругом шипы, а там какие-то вот эти липучие, смотри, грибы опять наверху. Вау, энергия в жизнь, так. Вот это реген, раньше такого регена не было. Прям как у темных эльфов, body to mind. Только там наоборот. Слушай, там подушечка есть, но при этом там шипы. Я не понимаю. Деревцо. Так, понятно. Стрельба из лука. Слушай, у нас меч и лук. Ну-ка, сейчас, подожди. Вот размашистый удар. Это отдельный скилл. Его тоже, они, то есть, надо выставлять, а да. У нас их всего три. И типа либо тот быстрый, либо вот этот. И? Короче, теперь комара можно застрелить. Да. Вот размашистый удар, это прям даже не знаю. Он какой-то все равно вот медленный. Он медленный, да. А тут зачастую скорость решает. Там штучка вот эта, мы ее не сможем ее поднять, да? Вот если по соседней стенке как-нибудь тын-тын-тын, и так жух. Капец, ну как туда подняться-то? Это вообще как? На! Ничего себе. Это вот так. Оу! Ой, маленький дамаг, маленький. Ну, нормально. Ау.
Да. Но. Ну, да. Странно. Это конечно. Можно сделать не так, это надо сделать... сейчас. Вот так вот. Да. А типа потом, если надо отрегениться, потом поменять и обратно, да? Ну, видишь, раз, два, три. Так, ладно. Наверх-то мы как-нибудь поднимемся здесь. Смотри, а тут тоже глаз, в который можно стрелять. А тут тогда что будет? Еще выше поднимется эта штучка. О, вот, смотри, подушечка. О, понятно. Это на время. Тын! И прыжочек, отлично. Окей, комар! А-а-а! Капец. Ах ты жопашная хрень. Меч, меч, меч. Ура! Малыш, живи! Ух ты, аж подлетел. Так, 2,5 жизни, осторожно. Да везде что-то есть. Липкие грибы. Где есть? И с той стороны что-то есть. Там тоже, смотри, глаз, в который стрелять. Там какая-то сферка за дверью. Наш спортивный гимнаст. И какие-то рычаги. Вот это-то как я там достану. Да, мне тоже интересно. А лук вот насквозь, он так по диагонали не простреливает? Ну, он, по-моему, можно. Нет, не хватает дуги. Я придумал. Окей. Надо восстановить ХП будет. Ё-моё. На! Ясно. Сейчас. Пошли пируэты. Body to mind. Наоборот. Неважно. Ну, помнишь, темные эльфы в Ладва перегоняли ХП в МП? Да ё-моё. Тут то же самое, только наоборот. МП в ХП. Чё он не этот самый? Долго берет лук в руки, да? Угу. Есть! Ух ты ж, ядрит, да! И выбегай. Какую-то каменную глазницу. А, слушай, это не вот этот алтарь, помнишь, который да. Мы видели? Ты ещё сказал, на человечка похож. Скорее всего. Еще какой-то глаз. А, это вот этот. Да-да-да. И еще один. Слушай, а там ты не помнишь, там было 3 дырочки? Вроде да. А где алтарь был? Хороший вопрос. Кажется, вот здесь вот.
Вот здесь, да? Под этим? Кто он? Кузнец, скилловик? Я уже запуталась в этих НПСах. Их вроде всего три, но... Ух ты! О, это на деревце была жизнь? На веточке. Упал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У нас проблема. Кувалда. Не, кувалда так ничего. Так, там свечечка. С удара? А, нет, почти. чуть-чуть не добито, да. О-ля-ля. Так, тут раз-два. Раз-два-три. Три все-таки. А не дает запихнуть ее, да? Вот? Ну, обычно Z какая-нибудь или что-нибудь. X, Z, кто там? Да. Вот, под этим деревом, типа вот продолжение. Раньше мы, помнишь, как-то мобами пробивали. Ну, у нас был скилл на пробитие мобами. Там вот, помнишь, сверху, где вот эта свеча, там болталось какое-то гнездо. Может, это гнездо надо было сверху уронить? Я его уже сломал. А, внезапно. Блин, все равно не туда нажимаю. Куда нам в итоге-то надо? А, вон туда. Сюжетка направо. Сюда, может? Я не помню. А, нет. Это вот под ним, ты же сказал, можно пролезть. Ну да, там, скорее всего, можно пролезть, но только как? Либо там мы что-то не сделали? Непонятное место. Да нет, ну ходить-то можно вон еще. Вон сколько всего. Та-та-та. За свечечку нельзя зацепиться. Нет. Слушай, а круто, молотком можно как-то вот тормозить. Замедляет, так в воздухе, да? Вообще клево. Ой. Что это раз даже не долетел. Не, он что-то вот прям совсем ничего не делает. Смотри. Ауп. Да, жизнь есть. Ну, тут я уже был. Угу. Туда как-то пролезть, типа, надо. Но я не... Комары? А, тут мы были. Тут стрелять по глазам. Ой, на-на-на. Это отдача? Да. Нет, это я кривой. Окей. Еще комар? Ну вообще, кажется же, комаров пристрелить из лука. Да я как пулемет. Трынь, трынь, трынь. Ну ваш пулемет. Да, тут я был же. Нет, если серое, то... Или бы... А, дерево был. Как раз мы лук тут взяли. Не поняла, почему каким-то сероватым кажется. Наверху был, там был. Да я уж везде почти был. А, ну это вот тут мы слили воду, там этот птиц. Такой странноватый. Опаньки, смотри. Мама. Они во куда?
Я бы в жизни не доперла, что это сюда. Это рота, мы это глаза. Мы случайно сейчас сюда пришли, да? Угу. Ясно, понятно. Далее, еда. Это фарт. Какая еда? Тебе лишь бы еда. Фонарики хорошие. Ой. Ясно. Это почта России в исполнении Зверополиса на этот местный манер. Осколки духов улучшения. Мы какие-то осколки подбираем. Угу. Так. Доп. Энергия, доп. Жизнь, да? Подрезание крыльев наносит больше урона летающим врагам. А, комары, типа, намек. Угу. Искусство боя. Шанс нанести 50% дополнительного урона составляет 10%. Гениально. Тройной прыжок. 2200. О, жесть. Максимальная жизнь и энергия меняются местами. Угу. Снижает затраты энергии на 50%, но вы получаете на 100% больше урона. А я вот думаю, это вот опять в те три ячейки вставлять, которые у нас уже заняты? Или что? Кстати, да. Сейчас, а там еще была какая-то кнопка у него. Не та кнопка. А, еще есть улучшение своих. Это что, стойкость? Следующий это 20%. А, и без раз... Почему? А, эти можно... А, слушай, а вот то, что внизу мы не можем улучшить, это что? Только этот, кувалдочка или что это? Ну, а, это магнит. Денег нету. И у него нет нового левела, да? А, с огромного расстояния, то есть еще больше, да, радиус. У нас просто не хватает. Я поняла. Ну вот это вот мы не юзаем, да. А вот это мы используем. Да. Это больше деф. Правильно? Ну да. Ну и что думаешь, брать? Да, возьмем. Надеюсь, это вот не в ячейку вставлять, а оно само по себе шное. Ну, это то, что стоит, я думаю, оно и так будет работать. Сейчас. Ну вот мы заточили вот этот. Да, вот она работает. Угу. Ну да. Это точка скиллов. Ну, вот этих пассивок, скажем, да, так. О, вещи, смотри. У нас одна рунка. Угу. Предмет для задания. Ничего себе. Да что ж ты все. Это повезло. Пошла вон. Мне нравится вот этот двойный скиллы. Кажется, мне больше не надо в туалет. Там, смотри, в глаз стрелять опять. Вау. Готовься бежать. Ах, шипы! И там наверху снова глаз. Ништяк. Ну, а тут не притянется, да. Так. Понятно. Жесть. Там еще какая-то фиолетовая байда. Тут какой-то портал, что ли, матерь божья. Чего только нет. Так, жизнь... Лемуры. Это наши хорошие? Ой, сейчас. Так. Так, тут капустка. Ну да, это хороший лемур. Здравствуйте. Это гонки нам, короче, дают. А? Походу. Где?
Тот, что ли? Видимо, да. Гонки духов. Это было не очень. Отдача. Тихо. Ниже. Так, нам надо говорить снова с лемуром. Гонки духов, так. Затащи капустка где-то зарыта. Непонятно вообще, как туда попасть. Так, больше не дел. Вот так? Да. Лук стреляет энергией? То есть ага. Мы только сейчас это поняли, да? Мы пипец. И что делать? Да, вот ажахнуть по нему нельзя. Не, ну писос. А я и что-то как-то и не замечал даже, что там. Я с такой скоростью парой палил. Ну. А где эти... Ау! И кристальчиков нет энергетических тут. Есть ли они кристальчики? Да вот я в ловушке, получается-то как-то. Давай, с двойного вертухана. Выше, выше, выше. Нормально. Лемур. У нас тут проблема. Та-дам! О, энергия. Ну, одна, да. Да котолку мы тут фрагмент пока прошли. Так, вот он еще один глаз, в который стреляет. Колесико какое-то, рычажочек. Так. Ага. Опять осушили. А вот это нельзя сломать? Смотри. Тут. Нет. Понятно. Зёпайные шипы, что ж ты делаешь-то? А вот эту штучку, нет? Нельзя там ничего там? Здесь. Там еще наверху вот эта капустка, которая не дает мне покоя, я не понимаю, как к ней пройти. О, энергия. Так. Глаз раз, глаз два. Окей, шипы. И шест. Глаз. Что он делает? Что он делает? Что он вниз делает? Опустил. Что опустил? Вниз, язык отпустил. Еще ниже? Да. Это все хорошо, а дальше-то куда? Тихо. Тихо! Нам надо как-то попасть на этот шест, я полагаю, да? Может, наоборот, не надо его длиннее делать? Ну, я не допрыгнул бы. Держаться тут не за что. Ого, мы держим. Давай.
Так, внизу жизнь. Очень хлипкий мост. Очень много глаз. Да, сверху кто-то полз. А, комар! Так, вообще-то нос сломать можно. Молодеть. Так, глазья, глазья. Шест. Ой-ой-ой, это нажимная плита. И как же это? Может быть, наверху какой-нибудь камушек или в глаз какой-нибудь стрельнуть? Так, окей, это мост. Ну, черепаха вниз язык открывает. Вон камень, который бросать. Вижу его на балконе. Там снова глаз. Да ё-моё. А это... Есть? Оу. Ладно, а ты куда? Ну, блин. А он... А... Я так и знала, мост подцепил камень. Так, хорошо. Этот мостик-то нас выдержит, божечки. Я понял. Мы сделали что-то не то? Ага. Зёпа. У нас камень-то вообще туда упал. Сильно. Этот камушек нам надо положить вот на ту плиту, да? Угу. Система Ниппель. Так, есть, хорошо, шест. Осторожно. Я тут был, да, везде уже. Наверху, да, 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 да. Тихо, Амар! На! Снова так, черепаха. Снова осторожно, вот это сейчас могло открыться. И скорее всего это и откроется, кстати, я думаю. Ну, сейчас она доползает. Но! И, но... Временный, временный. Да нахрен, а. Так, ну, топор-то вроде не требует хотя бы. Ну, большая колотушка вроде как не требует даже. Но! Да, быстро. Так, внизу большая энергия. Глаз тут и глаз наверху. Скорее всего, это все на время. Но! Это подстава. Боди тумайнд. Сделай боди тумайнд. Это... Это надо заменить, да, вот на скилл деревце временно взять. И перегнать энергию в жизнь. Снова поменять его на боевой. Восполнить энергию. Продолжить быть. О.
Да тут не хватает. А как я не понимаю тогда вообще? Что это за бред нафиг? С колотушки что ли прыгать? Это ты с двойного вертухана прыгал, да? Да. Давай еще раз. Угу. Да блин. Может нам типа сюда пока рано, не? Да. Чуть-чуть. Ядрит Мадрид. Мы далеко. Комар! И где я? Так, ну вот, нажимная плита. Вот эта штучка. Не, мы недалеко, кстати. Он временный. Да. Да ничего страшного. Ты сначала крокозябру убивал. Я тебя не слышу. Крокозябру ты сначала убивал вот эту. Комар? Ой, а комар ты тут. Да, блин. Мечом. Будет момент. Да что ж такое-то? Вдруг нам реально сюда рано? Возможно. Слушай, подожди, мы дебилы, смотри, там наверху еще один глаз. А он что делает? Какой еще глаз? Вот. Наверху. Он там что-то открывает. Он там открывает, да? И все, да. Просто а вдруг на него надо. Далеко тоже не откатывайся. Жахнуть. И вот так вот, да, да, да. О. Так, снова спускаем воду, полагаю. Там крокозябра. Да. Ничего себе. Ой, там все так взрывается. Body to mind. А, опыт. Поздно. Но. Хорошо, а дальше-то куда? А дальше я что-то как-то вот не понял, куда. И вообще ради чего это все? Да. А опыт вот с этого выступа не забрать, да? Я тоже что-то не очень понимаю. Ладно, окей, опыт мы взяли. Типа, наверное, это как-то можно открыть.
Только где эти рычаги, я что-то не очень понимаю вообще. Тут все рычаги в основном связаны с, ну, с водой. Да блин, глаз-то мерзкий. Тихо. Мы тут рычаг дергали? Ну вот мы им, кажется, воду слили. Да блин. Там комар какой-то уже появился. Окей, а зачем? Хороший вопрос. Хорошо, теперь будет сквозной проход. Для чего? Я тоже не очень понимаю.